Вот, просили снять видео. Вот вам видео, собственно говоря. Показываю, что все работает. Так. Крутилочка, да? Вправо, влево. Звук. Мастер волюм. Глобал. За качество прошу извинить, конечно. Тоже работает. Здесь, то есть матрица до этого. Вправо, влево, вниз, вверх, вправо. Редактирование. Октава. Детюн. Форма пилы. Тоже вправо, влево. Свет темноватый, конечно. Ну, пока что вот так вот. Все здесь тоже нажимается. Все отзывается. И все так. Да, кстати, хотел сказать, что сейчас подключу вот Mainout. Здесь входа тоже не все рабочие, их надо назначать, как на вирусе B. Сейчас покажу вход на наушники тоже. Вот, переключаем. Вход на наушники, кстати, играет погромче даже. Вообще, вот именно вот этот Вальдорф мне очень нравится. Блофельд звучит далеко не так, он у меня тоже был. Старый Вальдорф, старый Новейшн, они очень хороши, борозды не испортят. Ну, вроде все снял, я не знаю, что еще здесь показать вам. Все редактируется. Ну так, состояние нормальное, не новое, конечно, но на четверочку. Может, здесь вот на уголке чуть-чуть краска, да, подсветка, не знаю, будет видно, нет. Вот. Так, в целом, аппарат стоящий. К нему есть еще инструкция, блок питания, ну и все. Инструкция на английском языке. Но, в принципе, если так пару вечеров повозиться, можно и так методом тыка догадаться до многого. Ну и вот Power сейчас покажу. Прошивка 2.22, если не ошибаюсь. Вот. Да. Вот порядковый номер. 197 из 500. Так что стоимость этого синтезатора повышается с каждым годом. Ограниченная серия. В отличие от оригинального, обычного, желтого. Вальдорф Q. Микро Q. Вот так вот.